Если вы никогда не пробовали рассольник с рыбой, то многое потеряли. Получается очень вкусный, наваристый, густой и ароматный суп. Отличный повод использовать парочку оставшихся огурцов с рассолом. Кроме названных ингредиентов, вы можете добавить в суп томат или томатную пасту. Но если соленые огурцы и рассол с легкой кислинкой, то этого будет достаточно. Готовьте и наслаждайтесь. Как приготовить рассольник с тунцом, я расскажу в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Крупу промойте и залейте крутым кипятком на 10-15 минут. Затем воду слейте. Лук и морковь очистите, помойте и нарежьте небольшими кубиками. В кастрюлю для готовки налейте растительное масло и обжарьте лук с морковью, буквально 3-4 минуты. Огурцы нарежьте мелкой соломкой и добавьте к обжарке. Тушите еще 3-4 минуты. Налейте наполовину кастрюли воды. Доведите до кипения и добавьте крупу. Варите 8-10 минут. Картофель очистите, помойте и нарежьте брусочками. Рыбу тоже разделите на кусочки, косточки удалите. Через 10 минут после добавления крупы, отправьте в суп картофель. Варите еще 7-10 минут. В последнюю очередь добавьте тунец и полстакана рассола. Посолите суп по вкусу и прокипятите пару минут. По желанию, за минуту до готовности добавьте рубленную зелень, укроп или петрушку. Подавайте суп со свежим черным хлебом. Приятного аппетита!